не готовится еще одна замена в ближайшие минуты в составе сборной России. Козлов, Щенников, Семенов, Канунников, Денисов, Киржаков, Гранат, Могилевец, Йонов и голкиперы Ладыгин, Рыжиков. Напоминаю заявку нашей сборной. Корейцы в атаке, неприятно. Здесь 3-3. 3 в 3 атака южнокорейца. Промедлил южнокорейцы. Да что ж такое, а? Необъяснимая ошибка голкипера сборной России. Летели в него мячи, летели. Он как-то неловко с ними справлялся, а сейчас совсем легкий мяч занырнул в ворота. 1-0. Сборная Кореи выходит вперед на 68-й минуте. Ли забивает этот гол. Но еще играть достаточно времени. Сейчас надо перестать. Может быть, этот гол раскрепостит. Знаете, вот все, что не делается, может, оно и к лучшему. Сейчас надо начать, наконец, уже играть футбол в атаке нашей команды. Ничего страшного. Промедлил Ли, уже упустил возможность для быстрого развития событий. Удар точно Бакенфеева. Это, конечно же, обидный гол. Все, проехали. Проехали. Играем дальше. Это еще увидим, прокомментируем, обсудим потом возможность передохнуть своим футболистам. Несчастный случай. Просто несчастный случай. Ну и забыть этот несчастный случай может помочь своему вратарю и нам всем. Сборная.